Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинская теннисистка не получит премию «Восходящая звезда года». Самара проиграла Москве в баскетбольной суперлиге. Хоккейная «Лада» победила «Витязь» в КХЛ. В очередном матче чемпионата континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» на выезде разделалась с подмосковным «Витязем». В первых двух периодах зрители заброшенных шайб не увидели, зато третий оказался решающим. 2-0 в пользу автозаводцев. Один гол был оформлен в пустые ворота, когда «Витязи» играли без голкипера, надеясь спасти встречу. Тольяттинцы второй раз в сезоне обыграли «Богатырей» в сухую, а вратарь «Лады» третий раз сыграл на ноль. Баскетбольная суперлига. Самара на родном паркете неожиданно проиграла аутсайдеру турнира московскому МБА. Провал по очкам начался уже в первой четверти, а к финальному свистку достиг угрожающего результата 60-71. После третьего поражения подряд Самара застряла на пятом месте национального чемпионата. Лидер – Рязань. Тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина уступила австралийке Дарье Гавриловой премию женской теннисной ассоциации WTA «Восходящая звезда года». Кроме двух Даш на награду претендовали россиянка Маргарита Гаспарян и японка Нао Хибина. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.